вот этот проект с Аркадием Львовичем, это тоже помощь нам в образовании наших врачей. Поэтому на амбулаторном этапе у нас много что сделано, и наши пациенты получают достойную помощь, доступную, качественную. Очень рада, что такое мероприятие состоялось, и я так поняла, что это цикл мероприятий, потому что как театр начинается с вешалки, так диагноз начинается с амбулаторного врача, терапевта, педиатра, амбулаторного врача. И те вопросы, которые сегодня затрагиваются в лекционном материале, они очень важны именно с практической точки зрения. Ну, главным достоинством, я считаю, возможность консультироваться у лучших специалистов, то есть пообщаться лично с профессором такого уровня. Во-вторых, узнать все последние клинические рекомендации, новинки в сокращенном формате, быстро, и практика применимости этих знаний. То, что мы разбираем конкретных пациентов, есть возможность посоветоваться по поводу каждого пациента своего, о которых мы переживаем. Все первые уроки были очень интересные, очень насыщенные. Очень много материалов я получила, которые я могу применить в своей работе. Очень доступно, то есть в краткой форме все объясняет. И без таких научных заморочек, которые, вот, допустим, в клинических рекомендациях, да, даются, которые в учебниках, в обычной литературе даются. Вот он это все простым языком рассказывает, это очень понятно. Все уроки очень интересные, вынесло для себя очень много нового в постановке диагнозов, опроса пациентов и его внешнего вида, осмотра, начиная, как нас профессор обучает. Пациент входит, и сразу мы уже должны определять, что он из себя представляет. Ну, я уже был ранее на конференции Верткина Аркадия Львовича, да, мне очень понравилось. Я раньше работал в амбулаторном звене, и я также сталкивался с амбулаторным приемом. То есть я был участковым терапевтом, и, конечно же, ну, вот эти вопросы, которые он обсуждает, я сам с этим сталкивался. И действительно, я сейчас ретроспективно понимаю, что они могли бы очень облегчить прием. Мне сейчас нравится его подача, что он так неординарно рассказывает. Ну и плюс основывается, конечно же, на каких-то клинических рекомендациях, которые утверждены в нашей стране. И мне кажется, это большой опыт как для студентов, так и для врачей, которые недавно принимают, так и для врачей, у которых уже есть большой опыт приема. Достаточно положительно, многое носит практический характер. Часть, конечно, информации имеет известный характер, но она не так была структуризирована. Благодаря данным урокам появилась возможность структуризировать занятия, логически разложить их на звенья цепочки, чтобы минимизировать временные затраты на приеме на более точную интерпретацию состояния пациента.